Так знакомятся с чаем, передавая друг другу еще не заваренные листья в специальной посуде. Познают первые его три ценности – аромат, форму и цвет. Это дянь хун – красный чай с земли дянь. В ассортименте около 30 сортов древнего напитка. Чайную карту подбирали, советуясь с ведущими специалистами. Алексей Ким – мастер церемонии. По его словам, о чае каждый день узнаешь что-то новое. Процесс затягивает. Если проводишь чайную церемонию, то есть ты наслаждаешься чаем, его вкусом, его ароматом. Ну, нужно отстраниться от всех проблем, невзгод, от суеты вообще этого мира. Можно сказать, как медитация. Четвертая и основная ценность – вкус. Его раскрывают постепенно. Чайник не просто подогревают, а готовят к встрече с чаем. Вода должна дойти до состояния шума сосен, что соответствует примерно 95 градусам Цельсия. Первый раз проливают, чтобы избавиться от чайной пыли. Всего хороший чай выдерживает 4-5 проливов, а то и больше. Каждый раз, каждый новый пролив – разный вкус. Каждый раз он там более терпкий или более такой легкий какой-то такой. Мне нравится. Писатель Сергей Левин – один из завсегдатаев литературной кофейни, теперь еще и чайный. Вместе с анапчанами готовится к тотальному диктанту, который напишут именно здесь. Говорит, что ему, как филологу, будет интересно. В этом году текст подготовил лауреат Букеровской премии писатель Леонид Юзефович. Это довольно сложный писатель по отношению и к грамматике, и по отношению к синтаксису, что тоже немаловажно. Тем более тотальный диктант подразумевает собой еще и так называемые авторские знаки препинания. Так что будет вдвойне интересно. По пятницам в 6 вечера здесь собираются те, кто готовится к диктанту. Встречаются со специалистами, которые рассказывают о тонкостях орфографии и пунктуации. Сам текст впервые зачитают на самом мероприятии 8 апреля.